Всем привет! Вы на канале про трейдинг и инвестиции. И в этом видео я вам расскажу про листинг криптовалюты бета. Если вы невнимательно читаете телеграм-каналы именно Binance, то вы могли пропустить, что сегодня будет листинг бета. Бета — криптовалюта, которая проходит сейчас по акции. И многие спрашивают, где ее купить до открытия листинга. Поэтому вот как раз вот такую запустили акцию, и можно ее было приобрести. Значит, заходим в эту акцию и смотрим, что начинается вообще лаунчпад этого, или токен сейл, в общем, бета. Как ее получать? Была акция, что с 30 сентября до 8 октября можно было стейкить, ну, просто держать у себя на споте BNB. Приложение само фиксировало ваши балансы BNB и определило, сколько вы можете BNB использовать для покупки вот этого вот бета. Потом эта акция закончилась в 3 часа ночи сегодня. И теперь вот с 9 утра получается, можно этот бета зафиксировать. То есть вы, ну, у кого хоть какой-то был баланс бета, баланс BNB, вы могли получить доступ к вот этой подписке. И потом вот такая получилась зелененькая verified, то есть что у вас есть возможность получить бета, поучаствовать. Сверху написано, что осталось до конца этой подписки 3 часа 3 минуты. То есть что мы делаем? Мы, программа рассчитывает на основе ваших балансов BNB, сколько вы можете за их заморозить. Потом нажимаем подписаться, выкупаем, соответственно, сколько есть максимальная возможность у вас выкупить этого бета. Ну, заморозить BNB, чтобы получить бета. Вот, и через 3 часа будет 1 час, то есть до 2 часов дня, чтобы Binance нам как бы выдал эти подарочные бета за замороженный BNB. Вот, и он же разморозит BNB, вернет, и бета даст в подарок. Вот, и потом, получается, все, кто поучаствовал в этой акции, смогут начать торговать бета. И вот уже самый главный вопрос, когда же его продавать. Вот только пришло недавно, да, в 9.01 сообщение, что открыта подписка, она будет 4 часа. И вот продажа токенов бета возможно вот в последнем абзаце. Видите, что после завершения подписки разместиться бета в 12 по UTK, это в 3 часа дня по МСК. Получается, в 3 часа дня начнется листинг бета. Вот, я, конечно, его для вас запишу. И, конечно же, продам свои бета, посмотрим, сколько мне там начислено будет. И, ну, и посмотрим вообще, какая бывает цена после таких бесплатных раздач. Вот. Ну все, всем спасибо за просмотр. Вы заходите вообще в эту, ну, если у вас был на балансе BNB какой-то период, зайдите в эту акцию, посмотрите, вдруг у вас есть возможность еще в течение 3 часов выкупить эту, ну, заморозить BNB, и вам тоже дадут их бесплатно. Вот. Всем удачной торговли. Пока-пока.